Адвис Плацдарм. Военная археология. Благодарим всех за ваше с нами совместное участие в поиске погибших и без вести пропавших в горниле войны. Subscribe to our English channel. You can find the link in the description under the video. Значит, здесь на высоту 199,5 наступала 79-я, 220-й гвардейский стрелковый полк вот сюда на 199,5. И с этого плана 50-я стрелковая дивизия, вот она здесь, где мы обнаружили медаль, была Сорокина с 50-й стрелковой дивизии, и по ней рядом в один день погибших бойцов захоронены на Пришине. Но больше зацепок нет. Ну, вероятно, этот и медальон, который нашли, может быть, и поможет установить. Если и он с 50-й дивизии, то скорее всего здесь все с 50-й стрелковой дивизии. Это в районе Лося, где высота вот 199,5, вот там немецкие позиции. Здесь, ну, еще также 244-я стрелковая дивизия, она гнила 50-ю, наступала вот, ну, примерно ее фланг здесь стыкался, ну, относительно по дороге. Это август 43-го года уже. А с 79-я это 20 июля 43-го года, и по август месяц. Она была полностью разбита и на долину наступала, понесла огромные потери. Так они и падали в придорожную обочину, в придорожную грязь. И котелочек битый немецкий. Хлам разорванный. Может, оно и жужжало. Ну, что-то ж я тут стоял. Ну давай прокапывай, значит. Сейчас посмотрим. Ну что, ребят, продолжаем. И у нас здесь мешанка пошла. Граната немецкая М-39 без взрывателя. Гильзы мосинские. Это у нас цветного металла латунная и металлическая винтовочная, стреляные, и граната, и сигнал идет ниже. Сейчас будем вкапываться. Ну, будем очень надеяться, что будут бойцы, потому что здесь потери были страшные, и солдаты где-то должны тут находиться на этом участке. Ну, уже что-то началось, значит, думаем, не ошибемся. Давай, что там, диск? ППШ, да? Ага, ниже. Да не, это какая-то фигня. Нет, это вообще что-то такое. А, это с банки крышка сверху какой-то. С какого-то. С допников каких-то, наверное, понял. Яйцеобразный диск. Ну да, это овальный какой-то. Не контейнер. То, пальцы одел там. Ну да, контейнер и фрагмент большого пальца пястья. Что, с чего, непонятно. Отдельно просто был фрагмент пястья. Странно. Ну что, ребят, вот кости, кожа пошла. Вот поверхностные кости. Я же тебе говорю, он позвоночник сверху был. Вот она. И о, это что, лопатка. Лопатка, да? Рядом с... Надо, ребята, расширять, шире делать раскоп. Сразу квадрат. Потому что мы сейчас, ну, он растянутый сильно. Вывернутый, да. Его вывернуло он. Глубина лопата. Обувь была, шнуровка кожаная, ленд-лизовские. И патрон ППШ. Либо ТТ. Ну, продолжаем, хлопцы, давайте. Вот, ребят, продолжаем расчисточку бойцов. Вот, первоначальная. У нас вот так вот выглядит сейчас стол. Сейчас будем шаг за шагом расчищать. Очень много битых костей. Часть выпахана. Предположительно 3-4 бойца. Вот гвардия был знак у одного.
Это уже предположительно либо 79-я, либо 60-я, да, Андрей? Да, 60-я. Может быть, даже 39-я. Здесь заходили после 79-й. Ну, скорее всего, 79-я, 216-й гвардейский стрелковый полк, батальон капитана Логинова. Вот так, по крайней мере, писалось. Ну да. Брал вот эту высоту изначально. Ну, будем очень надеяться, что будут либо лозы, либо документы, потому что вот здесь на дороге у бойца был лоз. Вот, а вот гвардия. Вот там дальше 100 метров, где посадка, там был найден попол. Тихонтурович, там установили еще в 90-х годах, который захоронен на базе. Вместе с Константином Страховым вот тогда, да, работали. Кости, передавай привет, Андрей. Да, привет, Костя. Вот так вот, Костя. Работаем на тех самых высотах, о которых мы с тобой все время говорили. Вот эта посадочка наша. Ну, оленя уже нету, ему. Да, лося уже сбили. Осталась сбили только посадка. И вот эти вот поля. Это правая сторона, не там, где курганы, а там, где лось. Поэтому вот, Костя, вот так вот бойцы лежат. Мы вот сейчас с Андреем вдвоем. Сейчас буду расчищать шаг за шагом. Как раз напротив тех 25 человек, что вы нашли. 25 51. И 51, да. Да, да, да. И вот здесь еще. Я вчера был как в линии, вроде как полосой, да. Ну, видимо, как вот бой шел, как полосой они падали тут прорыва, и так и остались. Ну что, продолжаем нашу работу по расчисточке. И пуля. Еще одна. Наконечник бронебойный немецкий, и с пули. Вот он, сердечник. Вот. Это, ну, вот прям в руке. Да. Это вот на излете, он может быть, где-то. Ну, вот рикошеты. У него рядом. Ну, это вообще он сплюснутая. А? Ну, это рядом советская. С этой костью вот здесь. Ну, опять же, тут ниже могла стоять техника. И по технике попадало, могло рикошетом, да, по телам попадать уже убитых. Летало тут. Потому что если бы сблизи, я думаю, прошивало бы тела насквозь. Угу. А так, видимо, попадали, но сплюснуло. И вот бронебойный сердечник даже. Ну, он в районе руки, вот тут вот был. Но рука вроде не раздробленная, может быть, просто при засыпании попал. Вот там. И помазочек выпал. Похоже, помазок. Да, 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 помазок. Ну, такой типа самодельный. Нормальный, деревянный просто. А. Все в стандарте. А где что? Выпаханные кости, ребята. Где-то вот здесь. Уже. Ну, вот, наверное, вот там, где вот эта вот бутылка, наверное, может. Не-не-не. Возле головы вот там. Где голова, да. Может, карман где-то был. Да. Ну, все, сейчас будем дальше работать. Вот, ребят, бутылка с горючей смесью лежит. И вот два бойца. Вот одна голова отбита. За ней еще одна голова раздавленная. Тело. Вот, скорее всего, вот это отбито от него. Еще один боец. Вот, пошел туда. И тут еще один таз. Наверное, 3-4 красноармейца лежит. Расчищаем понемножку. Конечно, земля еще и мокрая. Но ничего. Так вот, шаг за шагом освобождаем от земли. Останки. Вы посмотрели историю каждого из этих солдат. У каждого из них есть своя история. Вот, вырисовывая эту картину войны, они теперь имеют возможность
ее вам рассказать. Очень жаль, что большинство солдат не может сказать свое имя. Это, конечно, очень сильно усложняет работу поиска родственников, потому что по факту практически невозможно без документов либо личных опознавательных знаков установить личность красноармейцев. Ремень, патроны в обоймах. Идем вдоль руки. У нас правая рука. Пока даже не поймем, крупных предметов нет, на что сработало. Может, на количество патронов. Может, еще на что-то. Сработка прибора. Ну да. Может, видите, какая глубина. Ноги повыламывала, повыпахивала. Он руки цепляла. Половину уже, я думаю, половину, может быть, даже одного-двух могло уже вообще полностью вытащить. И мы видим только уже остатки того, что имеется. Могли этот сигнал оставить до лучших времен. Ну да, обувь. Нет, лежал. Да нет, троечка ж была, Андрей. Да. Сигнал же был троечка. Поэтому и остановились, в принципе, на этом. Ну да, вечером нашли и уже, пока его начали расчищать, думали один, потом уже думали два, потом три, а сейчас уже может быть даже и четыре, а там уже расчистка покажет по количеству солдат. Кости он даже слоятся местами. Ну да, гвардейские части. Ну опять же, это ж может быть тут солянка тоже лежать. Солянка тоже может быть. Может, гвардейцы и такие лежать. Просто постягивали всех, кого могли по возможности. Там рядом он где был, там тоже один-два гвардейских значка на всех. Это вот там он. Чуть дальше. Ага. Метров, наверное, 100 отсюда. Да меньше, метров 50, да, уже, наверное. Ага. Почти возле дороги там были метров 200-300 от дороги. Тут уже можем видеть осколочное. Видно, вот как пригибались, ложились, а осколки по низу шли и убивало солдат. Он выломано. Прям куска не от черепной коробки выбило. И тоже уже такой зубов нема. Сзади вообще челюсть, кость пошла на утяжку уже лет, может, 40-45. Уже такие дядьки воевали. Что молодежь выбила, особенно этим Барвенковским котлом у нас тут. Молодежь всю повыбивала. Это мы уже брали, кто был. Проблема в том, что брать брали, а возвращать и сообщать родне не сообщали. Где, шо, куда. А те, кто вообще в селе, с села брал, кого еще в списке даже не повносили, о них и речи нету. Куда, что, где, непонятно. Запахла бутылка, ты там. Нет, он запах дает. Горючая смесь, керосины, гадость это все. Ну так вот, ребята, долго, сложно, но оно того стоит, показать вот эту ужасную историю. Он повыпахивало кости, вот валяется прямо на поверхности.
так, ребят, понемножку и зачищаем. Конечно, локация сложная. Ждали, когда подсохнет немного. Очень плотный грунт. Очень плотный. Так вот, можем видеть, понемногу вычищаются останки солдат. В голове отверстие такое большое. И он в кармане, и на поясе видно был подсумок, и в подсумке патроны. Вот уже расчистили половину бойцов, сейчас буду переходить на этот участок. Там очень все хрупко, тут трактором проехали, его трезануло плугом. И вот они, солдатики, лежат. Ну, двигаемся дальше. Пуговицы со звездой с погонов сделаны, шинельные, видимо, удобнее были, не спадал погон. Вот так вот. Пушка-вилка немецкая, трофейная у бойцов. МПЛ-очка. Мы можем видеть тоже. Подписывайтесь на наши страницы в социальных платформах. На данный момент мы имеем страничку в Инстаграме. Также вы сможете подписаться на наш новый канал в ТикТоке. Добро пожаловать! Вон выпаханные кости в гробике лежат. И вот так вот, солдатики, вот постепенно вывожу останки шаг за шагом. Так вот, хлопчики лежат. Осталось немножко доделать и все. Фух. Вот, ребят, закончил локацию расчищать. Фух. Ну, весь день ушел, в принципе, на... Из-за того, что их тут получилось 6 военнослужащих. В одном раскопе. Вот, покажем вам, как это все выглядит. Скинули или окопчик, или воронка. Вот так их сбросили. И вот они лежат. Головы пробиты, проломаны. Ноги отбиты, подсумки, патроны, все валяется, даже гвардейский знак у одного военнослужащего пока имеется. Все остальные на животе, может быть, под телом тоже будут. Предметы очень надеялись, что будут документы, либо лос, но к большому нашему сожалению этого не последовало. Но мы надеемся, что при изъятие останков мы уже обнаружим хоть что-то, чтобы дало возможность нам установить личность этих красноармейцев. Вот так вот, ребят. Высота 199,5. Вон стоял лось. Вот дорога. Буквально до дороги у нас получается 30 метров, если брать с учетом обочины. Вот 30 метров от дороги. А так 20. Вот они лежат. Ну, рассмотрим военнослужащих поближе. Итак, первый боец, он был полностью выпахан. Только нижняя часть тела осталась. В кармане у военнослужащего имелся
всей видимости, станок, и к нему имелись бритвенные лезвия. Вот такие вот остатки, как на современный, в принципе, станочек. Далее, конечность правая отбита, либо выпахана, и, соответственно, остальная часть ноги также отсутствует. Более предметов при бойце не обнаружено. Фрагменты его же, скорее всего, позвонков и ребер. Да, вот так вот. Следующий боец. Можем видеть. Вот он лежит. Тоже черепная коробка проломана. Тут у нас два предположения. Либо время боевых действий пробило лицевую часть. Вот так вот зубы. Вон нижняя челюсть. Ложка в кармане была. Немецкая. Ложка-вилка. Вот такая вот. Разборная модель. Точнее, не разборная, а разводная модель. Вот так вот она в стороны разводится. Для того, чтобы можно было употреблять пищу как ложкой, так и, соответственно, вилкой. Были из нержавейки, из металла, цинка и алюминиевые. Далее, у этого военнослужащего имеется знак гвардия. Это уже 1943 год. Также имеются пуговицы погонные у солдат. И вот такой вот значок гвардейский. К сожалению, данные знаки не имели серийного номера, по которому можно было бы установить личность военнослужащего. И фрагмент опасной бритвы. Вот такой вот. Битые кусочки в теле, пуговицы, погонная пуговица. И пробита черепная коробка. Вот она. Так. Ноги у военнослужащего отсутствуют. Нижние конечности. Скорее всего, был подсумок и две гранаты РГД-33 на подсумке. Так, следующий боец. Вот тело идет. Голова разбита. Можем видеть попадание в затылочную часть. Был удар. Пуговицы, что самое интересное, пуговицы у него вот такие вот крупные. Далее, военнослужащего более предметов пока мест не имеется. Вот его ноги в ботиночках. Вот со стороны лица посмотрим. И попадание в лобную часть. Нет. Ага. Вот как все получилось. Это не лобный, это у нас лобный удар был. Вот сюда. И попадание вот еще фактически в теменную кость сюда. И выход, наверное, отсюда. И разбило черепную коробку. Уже отсюда рассвечивается оно. Да. Вот так вот, ребятки. Следующий военнослужащий. Также черепная коробка разбита. Мы предполагаем, что голова, скорее всего. Хотя не, это уже от другого. Вот голова другого бойца. Это просто лежит голова чья-то. Странно, но факт. Следующий боец. Вот разбитый. Черепная коробка. Здесь имеется подсумок к Мосина с патронами. Вон три обоймы в подсумке. Не, четыре. Раз, два, три. Четыре обоймы. И вот черепная коробка. Предполагаем, что именно вот это вот военнослужащего. Вот его идут позвонки. И сюда уже идет черепная коробка разбитая. Вот можем видеть такие ужасные дыры в черепных коробках. Далее боец, вот его таз. Он закинутый вверх. Ноги военнослужащего заходят под низ. Вот одна нога, а вот второй ноги я не вижу. Возможно, а вот она ломаная, отбитая. Вот так вот, ребята. И у бойца, возможно, в кармане были патроны Мосина. Можем видеть. Там
порядка 10 единиц. Далее на боку у военнослужащего имела с правой стороны МПЛ-40, пехотная лопата. Вот такая вот. Вот та, что голова. Он уже в возрасте, человек, уже челюсть утянутая, уже кость. И видно, что отсутствует большая часть зубов. Можно сказать, уже последние зубки, которые были жевательные, у него отсутствуют. Разбито бедро. Можем видеть вот такие вот сколовые повреждения. Ломало, резало людей. Страшное дело как. Так, следующий военнослужащий. Вот не поймем, куда его. Ага. Вот, перекрученное тело. Вот. Ноги заброшены наверх. Вот он идет, солдат. Вот его таз. И вот сюда вот он идет. Головы мы не видим. Наверное, голову либо оторвало, либо выпахало. Голова, соответственно, отсутствует. В кармане, по всей видимости, у него взрыватель КГД-33 и осколки также в районе тела. В количестве имеется много осколков среди военнослужащих. Вот тоже в районе ноги также был осколок. И их побило очень даже очень сильно. И у одного бойца можем видеть ножны с СВТ-38-40. Скорее всего, был у него была винтовка СВТ. Далее, пока мисс, как бы вот, мы насчитываем здесь один боец, два, три, четыре, голова, либо, скорее всего, выпаханного тоже, пять, шесть, шесть человек. Вот так вот, 6 судеб. 6 судеб лежит. Нет слов. И глубина залегания вообще, ну. Хотелось бы сказать тем, кто кричит, что мы вытаскиваем кости, моем и назад слаживаем, что все видели эту процедуру долгую. Я потратил весь день. Вот я с 8 часов, и вот сейчас у нас 5 час. Вот с 8 фактически до 5 часов я расчищал вот эту вот локацию. Поэтому не ленитесь, расчищайте, делайте историю этих солдат. Пускай они рассказывают то, что с ними произошло, что такое реальная война. Это вот этот вот кошмар и ужас. Вот это просто тела сброшены в одну яму, распахиваются тракторами. На праздники о них много говорят. Повторяют, можем повторить, пишут на машинах всякие слова, хотя не понимая, чего стоила эта война этим людям. Сколько жизней ради того, чтобы одолеть нацизм, было положено. Вы посмотрите, сколько жизней, какие судьбы, ребят. Молодежь в основном. И не вернувшиеся домой. Вот так вот, ребятки, выглядит война. А не те учебники, красивые фильмы, которые сейчас любят снимать о войне. Современные, это вообще на голову не натянешь. Вот она война. Вот так вот ребята вложились вот тут пачками. Это предположительно у нас 79-я, либо 39-я, либо 60-я гвардейские стрелковые дивизии. Вот так вот они тут за вот эту вот высотку, вот мы можем видеть перед собой, вот это посадка, так известно, посадка за оленем. Здесь не знаю, какое количество солдат было поднято, но точно больше сотни. Как немецких военнослужащих, так и советских в общем количестве. На этом поле вы поднимали и артиллеристов, и пулеметчиков, и минометчиков. Ну, ребят, очень много было тел. И как рассказывали еще в 98-95 году те люди-очевидцы, которые были на этих полях после боев, говорит, трупов было столько, что ногу негде было поставить. Немцев, соответственно, говорят, что там немцев не так много лежало, они своих как-то забирали. А вот советских солдат, говорит, машины по ним ездили, говорит, через, если ямы, кидали трупов и металлы, переезжали, это все. Так что использовали тела как могли. Как у Высоцкого в песне пелось, как прикрытие используем павших. Вот так, вот так вы, ребятки.
Возможно, среди них есть ваш дед, ваш близкий, среди вот этих вот солдат. 6 судеб. Представляете себе, 6 человек. Вот вы когда собираетесь с компаниями, у вас там 6-10, и представляете себе, что все эти люди могут вот так вот просто лежать в куче. Можем повторить. Ну, вот так вот. Ну, самое важное, что солдаты были найдены, и теперь будет захоронение, будут похоронены в селе Никольское со всеми почестями воинскими, по-людски, а не как собаки при дороге. Вообще нет слов. Ну, ребята, будем двигаться дальше. Всем огромное спасибо, все, кто поддерживает наш канал, понимает, что такое война, рассказывает своим детям, показывает, что вот так вот. Не надо показывать красивые фильмы. Вот. Желания, ну, нету воевать после такого, когда ты видишь вот так вот тела. А вы представляете, что эти тела же еще были, соответственно, с плотью. И весь этот запах, как люди их стягивали в кучи, сбрасывали. И потом 76 лет их просто никто не искал, не находил. Лежат, знают, что там в поле лежат. А их и лежат. И когда мне говорят, пускай лежат, ребят, я говорю прямо, вы когда своих родственников умерших, вы их хороните или просто оставляете там, где они лежат? Ну, вы же их все хороните. Своих близких, приходите к ним на могилу, приносите цветы, хотите, чтобы был достойный памятник. Они что, не заслужили? Или они не люди? Они такие же люди, как и мы с вами. Только вот судьба распорядилась иначе, вот с ихними судьбами. И железо их резало, как бумагу. Забираю у них последнюю возможность выжить, вернуться домой. И вот сегодня у них есть шанс хотя бы быть достойно захороненным. И есть шанс, что у них будут документы, либо лозы. Это ведь самое важное. Для чего мы занимаемся этим делом? Для того, чтобы вернуть этих пацанов назад. Женщин, мужчин. Вернуть домой. Либо вернуть братские могилы, там, где они должны быть захоронены. Куда будут приходить люди и ставить цветы, где их будут оплакивать, а не там, где их распахивать будут тракторами. Ну, вы о чем, ну, о чем вообще речь? Пускай лежат. Вот вам и пускай лежат. Вот, вот наша совесть с вами, вот она лежит. Итак, ребят, у первого бойца можем видеть осколочное в ногу. В кости осталась часть осколка. Вот она просто выглядывает. Да, вот такая вот война со всеми своими последствиями. Кошмаром и ужасом. Да, ребят, и забыли. Убирали, осталась вот бутылка с горючей смесью, лежала у бойцов. Мы можем видеть, там уже кристаллизировалась данная жидкость, но все равно представляет угрозу. Вот такая вот гадость, и воняет страшно. Андрей сейчас расчищает место для того, чтобы можно было делать выкладку военнослужащих. У нас тут предположительно 6 солдат. И сейчас будем выкладывать останки бойцов. Так, произвели выкладку военнослужащего.
Красной Армии. При бойце имелось следующие предметы. Знак гвардия. Далее пуговицы с погон. Пуговицы с нижнего белья. Немецкая трофейная ложка-вилка алюминиевая. Такой вот предмет. Остатки опасной бритвы, рукоятки и костные останки. Частично военнослужащий выпахан, все конечности, потому что глубина залегания, можем видеть, совершенно небольшая. И вот так вот лежит солдатик. Под номером он у нас уже идет по Донецкой области 46, локация 23. Ну, все, что осталось. Ну, битые, то, что имеется повреждение еще того периода, это повреждение бедерной кости и повреждение ребер. Конечности фактически отсутствуют, поэтому вот так вот, ребята, выпахало частично воина. И он стал тут частью этой земли. Еще 5 человек осталось. Сейчас будем выкладывать. Итак, ребят, следующий военнослужащий. Только нижняя часть тела, и то не полностью, отсутствует левая конечность. Малая и большая берцовые кости, а также кости стоп обеих ног. И далее остался только таз, хрестец и 2 позвонка. И фрагменты грудного отдела, и фрагменты 2 ребер. Имеются сколовые повреждения правой конечности. Можем видеть, наблюдать, вот был удар. Соответственно, и фрагментированные скольчатые фрагменты костей. Можем показать, вот в верхней части шейки бедра находится осколок. Да, с такими ранениями. Да, с такими, я думаю, ну, тут там сразу же артерию перебило. Я думаю, ну, выжить у бойца в полевых условиях без необходимой медицинской помощи не было, в принципе, возможности. Рост военнослужащего примерно 1,77 м, 1,80 м, довольно-таки высокий боец. И возраст от 20 до 25 лет. Все, в принципе, останков больше не имеется. Имелись при военнослужащем в кармане 2 обоймы к винтовке Мосина и пуговица с гимнастерки. Все, более ничего не имелось. Так, ребят, следующий военнослужащий. Под головой имелась такая вот масленка. И, к сожалению, тело даже отсутствует. Его выпахало просто целиком. Осталась одна голова. Можем видеть, черепная коробка проломана. С правой стороны был, по всей видимости, удар. И человек уже такой в возрасте. Возможно, от 35 до 45 лет. Более повреждений черепной коробки не имеется. Имеется только 2 шейных позвонка. Можем видеть. И все. Первый и второй шейные позвонки. Отдельно голова. Так, ребят, выкладка следующего военнослужащего. Нижние конечности стопы у бойца отсутствуют. Повреждения левой части бедерной кости и правой части отсутствуют. Головка бедра. Далее повреждения правой, левой руки. Вот можно видеть одно. И правой руки повреждения. Можно сказать, и ребра. Провал черепной коробки. Возможно, либо трактором, либо во время боевых действий. Многочисленные сколовые повреждения костей. Возраст военнослужащего от 25 до 30 лет. Рост примерно 1,75 м, 1,80 м. Довольно-таки высокие солдаты.
два человека уже рослые. И с предметом у бойцов был медпакет. Далее взрыватель КРГД-33 и пуговицы. Одна с погона, нет, две с погона и одна с нижнего белья. В принципе, все. Скорее всего, погиб вследствие повреждений костных тканей и внутренних органов. Также, возможно, и разрушение головного мозга. Так, ребят, следующий боец под номером 50 у нас имел при себе 4 гранаты РГД-33, 4 единицы, и в количестве можем видеть, сколько взрывателей. 6 единиц взрывателей. Далее карандаш с нагановской гильзой и перочинный нож. А не, еще два взрывателя, елки-моталки. 8 единиц взрывателей. Далее зацеп с фляги и, в принципе, обувачка у этого воина была. Повреждения многочисленные грудной клетки. Также повреждения черепной коробки, можем видеть входное отверстие с этой стороны. И повреждения также лобную часть попадания. Возраст бойца от 20 до 25 лет. Рост примерно 1,75 м, 1,77 м. Вот так вот, ребята. Гибель наступила, предположительно, вследствие попадания в черепную коробку. Разрушение головного мозга привело к гибели данного военнослужащего. Итак, ребят, последний боец. У нас он весьма физически развит был, под номером 51. При себе военнослужащий имел МПЛ-40, пехотную лопату. Далее штык-нож СВТ-38-40. Вот такой вот предмет. Магазин к СВТ-38-40 винтовки. Бутылка с зажигательной смеси. Ремень. Два ремня даже, остатки. И вот такое вот зеркало. Два года назад через два поля мы находили вот такие вот битые зеркала у большинства солдат. Видимо, как с одного зеркала. Возможно, этот военнослужащий также с одного подразделения. С теми солдатами тоже у них были штык-ножи с СВТ. Мы могли наблюдать. Копали мы зимой. И у военнослужащего имеется повреждение черепной коробки. Разбита голова полностью. К сожалению, личных опознавательных знаков и документов не было найдено. И вот так вот, ребят, закончили мы сегодняшний день. Уже темнеет. Андрюха, спасибо тебе за сегодняшний день. Сегодня мы работали вдвоем. Всем огромная благодарность за то, что остаются, да, с нами. У нас там еще два военнослужащих, предположительно, либо танкисты, либо водители, сгоревшие полностью. Забираем этого парня и отправляемся домой. Вот она, трасса. Уважаемые подписчики, для благотворительной помощи поисковому отряду был создан видеоряд пошаговой инструкции на донат. Для приобретения спецсредств и спецоборудования для поиска. Помните, что от нашей с вами совместной работы зависит возможность воинов вернуться с горнила войны. Если вы обнаружили останки погибших воинов или знаете захоронения, где могут находиться данные солдаты, просим обращаться к нам по номеру телефона, который указан на экране. Большое спасибо, с уважением, Плацдарм.